Алексей Гуньков – опытный донор крови. Также вступил в регистр доноров костного мозга. Зачастую этот биоматериал может и не потребоваться от донора. Но случилось, что недавно появился реципиент со схожим костным мозгом. Поэтому Алексей помог спасти жизнь пациенту. Сам он признается, что героем себя не чувствует, ведь от него многого не требовалось, просто пройти несколько медицинских процедур. Я хочу это именно вот и донести, что не то, что здесь есть какой-то героизм, есть какой-то страх. Это просто обычная процедура, обыденная, да, она занимает просто длительное какое-то время. Вот в этом нет ничего такого, поэтому людям надо приходить, сдавать, вступать в регистр. Вступать в реестр доноров костного мозга, чтобы однажды также спасти жизнь, предлагают жителям Самары. Город присоединился к марафону «Давай вступай». Для этого горожане от 18 до 45 лет без хронических болезней и других противопоказаний могут обратиться на станцию переливания крови, заполнить необходимые документы и потом ждать, когда появится пациент с похожим типом костного мозга. Почему мы обращаем большое внимание на то, чтобы именно доноры крови становились донорами костного мозга, потому что они, скажем так, привычны вот к этой ситуации, да, привычны к тому, что нужно прийти, сдать кровь, при этом быть здоровым, вести здоровый образ жизни и, соответственно, ну вот как бы определенная, ну, ответственность за себя и желание помочь другому. Вот. И при донорстве костного мозга это еще, так сказать, больше. Так как хорошее здоровье и отсутствие вредных привычек – одни из главных требований к донорам, среди первых участников акции оказались сотрудники Росгвардии. Они по долгу службы следят за своим физическим здоровьем и не понаслышке знают, как ценна человеческая жизнь. Кто, как не сотрудники правоохранительных органов, понимают и осознают ценность человеческой жизни. Тем более по роду службы очень часто приходится нам сталкиваться с какими-то там бедами у людей. Да? Ну, мы не могли не откликнуться и не прийти на помощь. Самарская служба крови, начиная с 1997 года, ведет работу по формированию регистра потенциальных доноров костного мозга. Более 2100 человек уже выразили свое согласие на типирование и вступление в регистр. В основном все они на момент вступления уже являлись донорами крови или ее компонентов. За все время работы состоялась пересадка костного мозга пациентам от 6 самарских доноров. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.